Всем привет! А в этот раз я вам покажу интересный Powerbank на 20 тысяч мАч. Называется Hyper Hyper Powerbank PSX 20 тысяч плюс USB Type-C. Да, там есть порт USB Type-C, но об этом чуть позднее. 20 тысяч мАч внутри, так что это вполне себе интересная штука. Но самый главный момент, что тут, конечно, скрывается действительно качественное решение. Таким я пользуюсь уже больше месяца, а этот взял у ребят, чтобы показать вам прямо с нуля, с распаковки, новенький. И уже как-то более-менее вам о нем рассказать, потому что рассказать есть о чем. Упаковочка минималистичная, зато красивая. Смотрите, как все хорошо расписано, что у нас здесь и всяческие микро-USB и все остальное, и три порта USB для зарядки. В этом смысле, конечно, он является весьма универсальным, но сейчас будем обо всем подробнее. Вскрывая упаковку, могу сказать, что, в принципе, здесь достаточно любопытная конструкция. Все приятно, тактильно. Вот, знаете, когда ничего не люфтит, ну, тут понятно, сейчас, наверное, уже устройство ничего не люфтит, зато soft-touch пластик, вот такой вот качественный, не заляпывающийся, встречается не так, чтобы часто. И ты держишь в руках, понимаешь, что реально круто. В комплекте у нас бумажки, да, вот такие стандартные, ну, и обычный микро-USB кабель для зарядки Powerbank стандартный, хотя здесь не все так тривиально, как, собственно, может показаться с самого начала. Так, давайте я вам покажу. Вот это у нас вот, собственно, да, вот, видите? Так, значит, несколько у нас портов для зарядки. А здесь у нас есть самый настоящий, давайте покажу вот так вот, чтобы вам виднее было. Вот такой вот порт, чтобы вы кабелем от iPhone могли зарядить сам Powerbank. Ну и, конечно же, у нас есть USB Type-C. Для того, чтобы зарядить, опять-таки, кабелем USB Type-C сам Powerbank. И это замечательно. То есть, по факту, я могу сказать, что здесь еще есть и микро-USB, если для вас это актуальнее. И получается, что кабелем от iPhone этот Powerbank зарядить можно, USB Type-C кабелем этот Powerbank зарядить можно. И самое главное еще, что он приятно тактильно хороший. Сбоку слева находится кнопочка, которая у нас показывает 4 световых индикатора по объему, так сказать, заряда самого Powerbank. Насколько же он заряжен на данный момент. И это весьма удобно. Вот, например, мой LG G6, он может зарядить, ну, грубо говоря, раза 4. Причем легко и непринужденно. Я удивился, вроде, по идее, 4 раза не должен, а по факту заряжать. Давайте попробуем, подключим, посмотрим, как он будет заряжать. Ну, вот тут понятно, да, я могу подключить Type-C и не таскать с собой еще микро-USB кабель, а сейчас куча смартфонов с Type-C, и зарядить сам Powerbank, например, в дороге. То есть отпадает вот эта необходимость носить с собой два кабеля, когда у вас микро-USB для того, чтобы зарядить, собственно, сам Powerbank, вы берете его обязательно с собой в качестве второго кабеля, ну и, в общем-то, берете второй кабель, например, тот же для айфона, для зарядки, или же тот самый Type-C, вот как в моем случае с LG G6. Я считаю, что универсальность здесь превалирует по полной программе, то есть вы должны для себя четко понимать, что если вы берете с собой два кабеля, это лишнее место. Но давайте просто подключим. Вот сейчас я воткнул. О, кстати, смотрите-ка, я забыл совсем вам рассказать. Здесь у нас есть еще и разделение по амперам. Сейчас я приближу. А вот у нас, значит, output написано. Исходящий канал, так сказать, энергетической. 1 ампер. И у нас есть по 2 ампера. Ну, в принципе, мой G6 обычно я заряжаю через 2 ампера, чтобы все было тупо быстрее. Ну, и я сейчас вот воткну сюда. И подключу к LG G6. Посмотрим, как, собственно, это будет заряжаться. Потому что самое главное что? Зарядить наш гаджет. И это, собственно, основная идея данного Powerbank. Что касается здесь у нас показателей, опять давайте я приближу. Вот у нас он автоматически заряжается. Как видите, я никакую кнопку не нажимал. Что, опять-таки, говорит о том, что, в принципе, ребята молодцы. И автоматическую систему зарядки гаджета тоже добавили внутрь. Это, так сказать, проверяется опытным путем, но меня всегда очень радует. Ну и ключевой момент, что я уже успел с этим пауэрбэнком попутешествовать. Вы видели в начале и в самолете, и так. Он достаточно легкий, он достаточно удобный, небольшой, хорошо помещается в рюкзак, в сумку и так далее, и в принципе не напрягает. И вы получаете полноценную зарядку по вашему кабелю, который вам нужен. По одному, я еще раз, я буду это повторять теперь вечно, мне кажется, потому что сама идея совместить кабель от айфона, USB Type-C и микро-USB, или того, чтобы можно было этими тремя кабелями зарядить, собственно, сам Powerbank, это шикарная идея, которая позволяет
Фактически почувствовать себя немножечко свободнее. Нет фактически таких решений больше на рынке, их минимальное количество, и это на самом деле очень радует. То есть вот вроде бы простая универсальная штука, а делает работу с пауэрбэнком, взаимодействие с ним ежедневное, на порядок легче. Вы берете с собой ваш кабель, который у вас, да, это айфоновский, либо это Type-C, и вперед с песней направляетесь в город, в поездку, куда угодно. Ну и фактически это розетка в кармане, 20 тысяч миллиампер часов, это действительно очень много. Я честно скажу, я не пробовал заряжать iPhone вот прям количественно раз, но я подозреваю, что раз 5-6 точно зарядить можно будет семерку без проблем, обычную не плюс. Плюс, в принципе, наверное, как мой, по порядка там 3-4 раз. Тоже хорошо. У вас розетка в кармане. Это хорошо. Три порта – замечательно. В общем, на самом деле, очень универсальная штука. Я вот для себя как-то, знаете, определил, что, наверное, мой эталон. С учетом, что, повторюсь, нет фактически аналогов на рынке, выбор тут будет очевидный. Огромное спасибо, что смотрели. Большие пальцы вверх. Ставим, конечно же, подписываемся на канал, внизу есть кнопочка, шарим данное видео у себя в социальных сетях и пишем в комментариях, понравилось, не понравилось, собственно, данный Powerbank, как вам идея совместить несколько портов воедино, ну и вообще. В общем, я надеюсь на ваш фидбэк, как всегда, мне интересно то, что вы думаете, и, собственно, как вам вот такая вот идея универсальной зарядки самого Powerbank. Мне кажется, очень круто. Ваше мнение пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока.